какой-то момент российский лидер за разговором даже хлопает американского по плечу. Пресса, которая накануне гадала, подойдут ли они вообще друг к другу, сегодня уже замечают наметившийся диалог. Ну, конечно, Путин прямо вот с такой вот целью и похлопал Обаму по плечу. Да нет, у Обамы-то рейтинг в его собственной стране упал ниже плинтуса, потому что ну как может президент, посылающий своих же граждан на бессмысленные войны, оставаться в рейтинге? Да никак. Вот наверняка Путин его и похлопал по плечу, мол, чувак, ну не падай духом. Да, и насчет Украины ты не переживай, все равно все знают, что ты не прав. И со временем тебя сменит другой президент, и ты уйдешь на пенсию, так что не парься. Кто со мной согласен по поводу вот такого каламбура, ставьте лайк.